Как быстрое видео про хип-хап эффект, который вы можете сделать в Final Cut без применения плагина за 3 секунды своими руками. Пора заводить рубрику про короткие видео. Но не сегодня. Сегодня это... Все, наверное, уже поняли, что я обожаю все, что связано с ключевыми точками. Final Cut реализован действительно очень просто и удобно. Что тебе не нужно париться, а остается дать волю только твоей фантазии. Показываю, как сделать хип-хоп бит в 3 клика Final Cut во вкладке Transform. Поехали. Так вот, у меня здесь есть несколько кадров. Это женщина, черный мужчина, опять женщина и толпа непонятных людей. Я хочу их как-то украсить, и я хочу сделать под этот мощный трэп-трек. Под этот мощный трэп-трек я хочу сделать бит. Сейчас я выделю все эти кадры и удалю все ключевые точки. Это делается вот здесь, во вкладке Transform, в позишене, в ротейшене, в скейле, в общем, везде, где только можно, где я поставил ключевые точки. Дальше я беру все кадры, нажимаю крайнюю правую, зажимаю Shift, нажимаю крайнюю левую, чтобы выделить все, нажимаю Ctrl-V для того, чтобы открыть видео анимейшн. Если ты не запоминаешь горячие клавиши, то можешь щелкнуть просто правой кнопкой Show Video Animation. Пожалуйста. Хопс. Дальше мы берем, выбираем какой-нибудь фрагмент. Не обязательно, чтобы это была серия клипов, это может быть только один клип. Запоминаю горячую клавишу. Если не запоминаешь, сейчас скажу, где это находится. Берем, выделяем клип, выделяем вот здесь вкладку Transform. Видишь, можно выделить можно выделить разные вкладки. Distort, Composing, Trim, но нам нужно Transform. Нажимаем Option K, добавить ключевую точку. Если не запоминаешь горячие клавиши, смотри, где это находится. Это находится во вкладке Modify, Add Keyframe. Чик, Keyframe добавился. Все, но лучше запоминать горячие клавиши, это гораздо быстрее. Все очень просто. Option K, K, как keyframe. Чик, добавил. Смещаем на кадр вправо. Option K, чик, добавил. Теперь берем, регулируем наши ключевые точки, когда хотим поставить их. Например, вот сюда, нам понадобится 3. Ставим на первую, видим здесь, что у нас 100%. Вот здесь такая стрелочка вправо, это значит сместиться на вторую ключевую точку. Нажимаем ее, смещаемся направо. Увеличиваем масштаб, можно на 110, можно на 105, неважно. Щелкаем еще раз вправо, это у нас следующая ключевая точка. У нас здесь остается 100%, то есть возвращается обратно. Дальше что мы делаем? Нажимаем крайнюю левую точку, с зажатой клавишей Shift нажимаем крайнюю правую точку. Все, у нас выделились все ключевые точки. Для того, чтобы их скопировать прямо здесь, во вкладке Video Animation, зажимаем Option Shift C, смещаемся на необходимое нам количество кадров, выбираем Transform и нажимаем Option Shift V. Потом смещаемся еще. Опять же Option Shift V. Потом переходим на следующий клип, выбираем вкладку Transform. Также смотрим, куда мы хотим поставим. Option Shift V. Ага, не туда поставил. Option Shift V. Сместились еще. Option Shift V. Option Shift V. Option Shift V, Option Shift V, Option Shift V. И так можно просто добавить хип-хоп бит очень много. Смотрим. Видишь, что происходит? Все очень весело и все очень круто под бит. А вот здесь у нас есть тусовка каких-то тревожных молодых парней, которые что-то там слэмят друг друга, толкают локтями. Вставляем также, делаем их веселее. Option Shift V. Option Shift V, Option Shift V. Повторяю это так часто, чтобы ты запомнил горячую клавишу. Используй горячую клавишу, это очень важно для твоего быстрого монтажа. Проверяем, что получилось. Можем добавить еще вот здесь, вот здесь и вот здесь. А еще давай вот здесь. Смотрим, что получилось. Короче, попробую это прямо сейчас, включи Final Cut и сделай то, что я сейчас сказал. Я это говорю для того, чтобы ты практиковался. Не для того, чтобы ты смотрел мои видео просто как подкасты, а для того, чтобы ты прямо сейчас пошел, включил проект и начал пробовать то, что я сейчас показал. Все дело в мышечной памяти. Это нужно, чтобы намоталось на корочку, понимаешь? Осталось в голове. Поэтому нужно много практиковаться. Хороших тебе кадров и быстрого монтажа. На этом все. Пока. Ты все еще не открыл проект. Или открыл? Открывай.